Добрый день, меня зовут Татьяна Хатенко, и я русскоязычный представитель фонда Митиса. Митис – это кипрский миллионер, который оставил все свое состояние на образование детей, при условии, что эти дети будут учиться у него на родине, в деревне Лимите Маратаса. Дети здесь получают не только греческое аполитрион, аттестат зрелости, но и английский A-levels, и все это происходит бесплатно. Плюс им выплачивают 12 тысяч евро на образование в любом университете Европы по их выбору. Сейчас Митрис преобразуется в престижную boarding school, и мы проводим опрос всех заинтересованных родителей, которые хотели бы ответить на наши вопросы. Если вы ответите на наши 40 вопросов, то у вас есть шанс выиграть ночь или две ночи в одной из гостиниц Тродоса. И, пожалуйста, кликните на ссылку внизу и получите свой выигрыш. Спасибо.